Привет, ребята, с вами снова я, Афан. Вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем JDM NFS от Shadow Razek, Vizmeo, Midix и Juzo, как мне сказали, можно его называть так. Невероятный состав, просто невероятный состав. Это по факту Cypher. И очень интересно, что нам приготовили. Shadow Razek, во-первых, спасибо тебе за 4000 просмотров на моем ролике. Quizmeow, спасибо тебе за 1000 просмотров на моем ролике. Midix, спасибо за большое количество видосов с огромными количеством просмотрами. И Juzo, спасибо за 4000 просмотров на моем ролике. Реально, собрались 4 медиагиганта, благодаря которым у меня действительно много просмотров. И посмотрите на эту дерзкую обложку. Я слышал сниппет, бля, все звучит, я в диком предвкушении, это раз, просто вот в диком, в дичайшем. Я боюсь это слушать из-за того, что меня это разочаровать может, из-за моего предвкушения. Но я думаю, меня разъебет, я, по крайней мере, на это надеюсь. Я пью водичку, и мы начинаем. Ну, кстати, нет, сейчас. Я понимаю, что вы очень хотите уже увидеть эту реакцию, но подпишитесь, пожалуйста, на Telegram, потому что там происходят опросы на заказы и на Twitch. Все, я больше ничего не требую. Начинаем. Let's go. Да, да это же Midix, лучший вайстек в мире. Чилька легенда, бля. Имба, припят, ёбнутый. Здесь мяу. Хорошо. Остановись. Спойлер пошире, у новые тачки наклейки, зажги их, у нас даже тёлки под тюном. А что про твою скажут улицу? Сука, остановите это. Это 16 пауков заполнили страницы чаптер. Кровавый спорт из бокаля сочится пиромантия. Взорвали в скай Хиросиму, это некромантия. Бля, не справляешься, бро, не твоя структура, слышишь? Похуй, если не было. Охуеть! Пиздец, я умер, все, я умер. Не, просто, все. Охуеть. Ни вообще, ни в коем разе не разочаровали, вообще не разочаровали. Вообще нахуй не разочаровали, я бахую. Слили за один день до дропа. Бывает. Я не слушал, кстати, да-да-да. Слили? Я не слушал. И еще поступило сообщение о 10.50. Похоже, он скользнул. Это, мне кажется, что-то про аниме. Так, 28 мая Cypher был анонсирован в телеграм-канале Midix'ов. Кстати, насчет телеграм-канала, подписывайтесь. 30 мая Рейс сообщил ВКонтакте, что трек выйдет 9 июня. 3 июня в телеграм-канале Рейза. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, как бы, да. Вы опубликовали сниппет трека с партом Midix'а. Через день Рейс показал свой парт на стриме, а еще через день Juzo поделил свою часть в телеграме. Трек вообще очень смешно был сделан. После дня рождения Вити Quizmeow на следующий день мы все смотрели разбор РЗТ на его новый альбом. В конце стрима в нам шутку сказал, что Quizmeow и Juzo нужно сделать совместный трек. Обязательно под фонг. Обязательно под бит Midix'а и Мупа. А еще это должен быть Джерси Фонг. Ломаса также добавил, что разберет трек вне очереди. Мы сразу созвонились поехать на студию и такие... Едем, ебать, вот это история, вот это вообще прям пиздец, слышь, вот это прям имба история.
с Мупом есть некоторые нюансы, поэтому на совместный трек с Мигикс явился Трипетамин, который спродюсировал трек с Хайлайн Дрёден, который также был отслушан на том самом стриме. Флому удалось собрать стер без рейс-трансляции. Джерси Фонг Мэтла отложили, потому что говно, а не жанр. Сделав первую демку, вы поняли, насколько это обязательно, и позвали еще на трек-шоу Рейза. Нужно же кому-то испортить. Трек был сделан за 2 дня, приятно прослушать, летом снять наушники, трек пиздата 3 балла. Браво, браво. Охуеть. Нет, если без шуток... Охуеть, я охуел. Вот кто-то скажет, что это говно, и я пойму его. Эта музыка не для всех. Но на самом деле это просто тупой кач. Я очевидно добавляю, меня разъебало, меня абсолютно не... мои ожидания абсолютно не были снижены, то есть... Все абсолютно по делу. То, как я это ждал, так оно и было. Охуенно. Это невероятный трек, это ёбнутый трек, это пиздец. Меня очень сильно разъебало. Самый слабый парт, я официально могу сказать, что Джуза мне не понравился. Вот он прям руина. Не его структура, потому что все остальные выебали. То есть Рейс даже не за руине, что бы вы там, блядь, не писали. Не, Рейс нормально сделал. Вот так вот. Жесткий, жесткий трек. Сайфер ёбнутый. Просто ёбнутый. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по этому сайферу. Как по мне, это пиздец. Это разъеб жесткий. Не забывайте про мой телеграм-канал, потому что там сейчас опросы идут. Жесткие опросы. То есть вы голосуете. Это очень важно. Ну и на Twitch подписывайтесь, потому что прямо сейчас там идет стрим. Вы можете не пропускать стримы. И, соответственно, раньше всех увидите реакцию на синглы. Ну а с вами был я, Афанов, были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, на этом ролике будет 10 000 просмотров. Всем до свидания.